Выступление начинается с пауэр-кордаля. Пятый лад шестой струны указательным пальцем, седьмой лад пятый безымянным, седьмой лад четвертый мизинцем. Потом переходим на пауэр-корд соль, та же самая аппликатура от третьего лада шестой струны. Возвращаемся на ля. И на ля диез. Все то же самое, на полтона выше шестой лад шестой струны, восьмой лад пятый и восьмой лад четвертый. Все вместе вступление звучит так. Основную часть песен составляет классический хардкорный риф Си, Ре, Фа и Ми. Си от седьмого лада шестой струны, Ре от пятого лада пятый, седьмого лада четвертый, седьмого лада третий, Фа все то же самое от восьмого лада, восьмой лад пятый, десятый лад четвертый, десятый лад третий, и Ми на полтона ниже, седьмого лад пятый, девятый лад четвертый, девятый лад третий. В оригинальном темпе это будет звучать так. И в конце куплетов и в конце припевов есть еще одна строчка. Си, Ре, Ля и Сва. Таким образом мы 7 раз повторяем основную часть рифа. И на восьмой раз играем. Целиком куплет будет звучать так. Опять выходим на вступление. И опять на риф. И так чередуем всю песню.